Прием. Здорово всем, с вами Михаил Сердце. Это у нас снова очень немножко Стоуншарда. В общем, пошел я. Наше приключение замечательное. Кое-как у меня начало получаться. Все, что ли, не надо? Так. Враг поблизости. Где-то здесь на меня хотят напасть. Одного я уже победил. Иди. Здесь еще говнюк сидит. Ай, крикнем. Кто-то услышал? Ага, пить хочу. Но мы пока не пойдем пить. Отпустим на одну клеточку, начнем жарить. Надеюсь, он один. Потому что если не один, нас могут натянуть. Блин, я очень бездарно пошел. Впрочем, как и всегда. Давай огняем. Так, он уже близко. 50% его еще. Но шансов не то, чтобы много его одолеть. Давай попробую. Договоренный? Не надо нам такого. Ну и добьем. Ой-ой. Понял, в милишку с такими лучше не ходить. Давайте сразу посидим, чуть-чуть зарегенерируем. Так. Просто я пошел по дороге, решил выйти вот так, пойти по дороге. Здесь у меня была стычка с 6 ребятами, я их победил кое-как. Сейчас, секундочку. Надо закрыть кое-что. Ага, все. И здесь был вопрос. То есть, давайте, наверное, водицы попьем, где у меня тюк. Купить. Я чувствую, сейчас в хаб буду возвращаться. Такая музыка страшная. Он один? Слушай, я тут могу засейвиться. Твою мать. Блин, я кнопку не нажал. Я, наверное, так буду уходить, если честно. Попробую, по крайней мере. Потому что как пойдет. Жалко, его в стенку не задамажило. Было бы круто. Но, честно сказать, у меня хорошая позиция, а у него не очень. Осталось только, знаете ли, не обосраться. Буду отходить и бить. Ой-ой. В смысле, как он так выжил? Так, боевой тесак выглядит неплохо. Я даже не знаю, это все или нет. Что-то слишком много работяг, честно скажу вам. Вроде выглядит чистым местом. Слушай, тут прям много всего. Сундуки. Взломать. Ага. Ух ты. Ух ты, балдежно. Что, сохранимся? Давайте сохранимся. Что можно с этим делать? Затушить? Затушить, понял. Давай засейвимся. Отдохнуть. А нет, наверное, плохой план. У меня уже, смотрите, места нет в инвентаре. Хотя, наверное, эту хрень просто выкину, да и все. И просто вниз пойдем. Теперь у нас будет, возможно, реальный шанс пройти это подземелье, но я не уверен. Я не знаю, как я буду босса бить, честно скажу. Схема, как говорится, хорошая. Как бы никто не напал лишний, ненужный. Сейчас нам нужно выйти на дорогу, потом двинуться направо сильно. Но по дороге у нас тоже могут проблемы возникнуть. Я прям, знаете, на грани того, чтобы Baldur's Gate 3 скачать и в него еще поиграть. Ага, теперь на развилке вниз. Так, хреново. Злой сражается. Ну давай попробуем завалить его. Надеюсь, он один. Блин, твою мать. Это очень плохо. Вроде напарник его тупит. Я очень на это надеюсь. Давай огнем дадим. Как он живет, не понимаю. Отлично. Я думаю, можно и напарника пытаться победить. На шаг вперед. Эть, пес, иди сюда. Давай, иди сюда. Будет он мне тут говорить, кто кого прикончит. Очень удачно, что он оттолкнулся. Нормально. Хорошо. Уж он прям живучий, как не в себя. Только сколько в тебе хп, молодой чемодан. Последнее? Отлично. Так, теперь точно отдыхать. Да, слушайте, а почему я не могу? Руку талости, я без понятия, что это такое. Тут, наверное, еще противники будут. Раньше, я помню, была настройка, что можно было паузу поставить, когда кто-то в поле зрения попадает. Теперь такой настройки нету, приходится все самому контролировать. А я не то чтобы хорошо это могу делать. Дорожники, что ли, взять? Эмбиент офигенный, блин, игра супер балдежная стала. Ой-ой. Страшный звук. У меня есть голубика. О, так она ни хрена вообще почти не утоляет мою жажду. Там вниз.
Очень долгий путь. Я не знаю, как я этот замок буду проходить, честное слово. Давай малинки соберем. Сразу все захаваем. Почему нет? Надеюсь, у нас не будет обжирания, но вроде нет. Так что все all right. Так, а сейчас мы куда идем? Мы идем вниз и направо. Так вот здесь будет замок или в следующем энкаунтере? Слушайте, на двоих я уже могу развалить. В следующем энкаунтере. Ночью плохо, на ютубе вообще ничего не будет видно. Ну куда деваться, ребята? Не я выбирал это. Блин, так темно. Только синица. Так. А, давай попробуем по одному их. Тут камни еще ни хрена не видно. Не достану. Блин, неудачно. Так, только не подходи. Как же он фокусит, мать моя. Никто так точно не стрелял еще. Убьет так? Объект. Ты глянь, что творит. Слушай, как бы мне не сближаться с ним. Но там другие могут выйти. Да. Короче, я сделал говно. Так, сейчас смотрим, что. Ой, это тренда, скорее всего, дамы и господа. Я не эксперт. Но выглядит как форменная задница. Да он еще жив. Господи, восьмером на меня. Одного малютку мага. О, левелап очень кстати был сейчас. Но опять же, я троих, наверное, не разберу. Возможно, имеет смысл сбежать. Мужские. Потому что, наверное, надо сбегать. Я не одолею. Только ГВП. Ну, просто чуть-чуть неосторожно сделал. Отходить нельзя. Били его? Да. Ты жив, он фул ХП. Ну, я не одолею. Если, конечно, какое-нибудь чудо не спасет меня. Ты засал, что ли? Так, чары, не надо против меня оборачиваться. Много ГВП. Ну, блин. Я старался как тигр. Честно, старался как тигр. Вообще, в идеале, знаете, что сделать? В идеале бы потратить, наверное, до хрена времени. Забрать весь хабар. После этого просто объективно я не пройду. Сами видите. Меня просто насилуют во все щели. Так делается, да. Или, блин, нет, давайте попробуем осторожно еще раз. Если и еще раз не получится, тогда я уже подумаю. Я сейчас просто обосрался, ну, сагрив всех. Тут я прям максимальную фиаско осуществил. Ну, тут прям просто я очень жидко все сделал. Да, стоп, давайте только отдохнем, наверное, до утра. Что-то я тупанул, потому что ночью драться совсем не клево. До пяти. Отдохнем, мы, конечно, голодные, наверное, будем, как собаки, но зато будет видно все. Хотя бы до четырех, давай. Ой, как еще хуже сделалось, да? Нету здесь еды у нас. Блин, это все денег хороших стоит. Я это все потом не унесу, ладно, окей. Если не получится, я еще раз схожу, сделаю все по красоте. Кусим ягодки. И нет ничего лучше свежих ягод. Так, я дошел до дороги, потом пошел направо, и там у меня была стычка. Будет ли эта стычка сейчас, или это все максимально рандомно происходит? Очень хороший вопрос. Нихера себе ты, собака сутулая. Говна кусок. Че творится? Охереть. Тупо обоссанная. Ну это ж просто шок. Чё, мне как починить-то себя? Трындец, давай отдохнем. Ну, чё-то, короче, все не очень пошло. Как вы можете понимать. Что он регенерирует вообще 3 дня? По всей видимости, этим я и буду заниматься в подземельях. А, так у меня... Чё, это вся еда? Не, это фиасочный ран, серьезно. Я не знаю, зачем они такую сложность дали сразу. Вот это здесь у меня были уже стычки, нет? Видимо, рандомно. Окей, будем знать. Но тем дольше мы будем левелапаться, что, в принципе, тоже минус. Я честно не знаю, как выманивать. Там лучник стоит и что делать.
Лучника я как-то одного не отделю. Это уж 100%. Чё куда делать, непонятно. Так, ну все, это сейчас замок будет скоро. Так, водиться попить это можно. Ну, может быть, днем будет попроще. Может, вообще попробовать с другой стороны к ним зайти. Может быть, там два входа-выхода. Ну, двоих, говорю, еще могу развалить, но троих вообще без вариантов. Так. Вы меня уже увидели? Оп. Отлично. Хорошо. Дерево мешает? Блин, балдеж. Посрал закл. Подружка еще не понимает, что происходит. Мне это очень на руку. Хотя бы 60% надо, чтобы у него было. 43, нормально, живем. Если оттолкнется, будет круто. Не оттолкнулся, хреново. Знаете что, я попробую его огнем. Отлично, очень хорошо. Дальше будем контрить его. Это ведьмачья музыка началась. Ведьмачья тема. Люблю такое. А не надо ведьм. Сейчас близится. Слишком близко ко мне подойдет. Ну как ты живешь, братан? Начинал в лапу очень. Там кто-то был или мне показалось? Не жив. Мне не показалось, твою мать. А, что делать? Походу у меня радиус порезался. Надо маны зарегенить, кстати. Не хватит же. Ну давай пробовать. Не уверен, что что-то хорошее получится. Это, кстати, очень удачно было. И еще отходим. Тушь нормально. Ой, еще и крит словил. Сколько ты там жить будешь, братан? Живучий попался, молодой. Ай-яй, а вот это неприятно. Ну, он должен отъехать уже. Кое-как. Какое-то у меня... Боль, а из-за чего болит? Какую-то штуку невероятную взяли. Давай отдыхать. Можно, конечно, будет сейчас еще вернуться, еще отдохнуть, но это бред. А как боль снять? Так, что-то может мне помочь с болью? Наверное, нет. Боль, но жажда, мораль. Хм. Не знаю. Опять же, с них этих пушек толк-то. Левелап дали, конечно. Я пока не буду улучшать, я не знаю, что мне надо, честно, не знаю. Так, там как минимум еще два типа остались. Ну как с лучником быть, я хз. Один. Ай, я знал, что прилетит. Ближе подойду, чтобы стрелять. Надо убивать как-то. Как и за как. Сколько в нем хп? Милишку пошел. Но он да не знал, что я клевый парень. Отлично, отлично. Это было сложно. Лутаться можно. Миллиард всего полутать. Ой, как в подземелье, я не знаю, никакого тут сейва нет. Я что-то не вижу, честно сказать. Ну, вроде. Вроде кое-как. 15, 10. Это я возьму, потому что мне это пригодится. Ой, ну погнали. Сканируем. Инвентарь, где нафиг? Тут будут сложности, да, насколько я помню? Он же сейчас выйдет и мне жопу прорвет. Что-то произошло? Сейчас не помню, меня увидели? Не, меня ни хрена не видели. Падал? Да.
мимо, да? Не, нормально, попадаем. Ай, как он нехорошо полетел. Ну, он в огонь пошел. А все, думаю, стоит мне... Да, мне стоит уходить. Мне объективно стоит убежать нахер отсюда. Так, куда максимально эффективно уходить? Хз, как? Выйдут? Слушайте, ну мне жопу там порвут на британский флаг. Я в жизни это не пройду. Не говоря, разбойник. Я же это не смогу сделать. Я сейчас зайду, меня изнасилуют там. Вы шутите? Тут насильники жесточайшие живут. Я просто пошел. Если дадут. Они раньше выходили. Слушайте, походу теперь они выходят. Ну, я объективно не знаю, что мне делать. Тут меня изнасилуют, причем во все щели. Так что, наверное, имеет смысл просто как-то сходить куда-нибудь, хоть что-то сделать. Вы сами видите, меня там дерут. Я старался как тигр. Чего? Нормально все? Наверное, нужно возвращаться, забирать лут оттуда. Идти его продавать. Это, наверное, единственное нормальное решение. Можно тупекнуться? О, можно метки ставить. Я ничего лучше не могу придумать, честно. Это будет стоить нам очень долго времени, но хоть как-то. Так, мы вроде бы здесь. Слушайте, ну, игра экстра-балдежная. Честно говоря, забыл, чем я занимался. Мне пришлось прерваться, к сожалению. Вроде мы идем поэтому, да, идем в лагерь. Идем в мой любимый лагерь. По дороге надеемся кого-нибудь найти. И знаете, что можно будет сделать? Можно будет как вариант, взять и... Так, тихо, братик. А я не взял. Блин, здесь было много кустов голубики. Взять, например, прокачать книгу какую-нибудь себе. Правда, не знаю, электрику лучше или что лучше будет. Сейчас давайте посмотрим, сколько мы вообще денег заимеем в нашей такой небольшой вылазке. Так, нам сейчас до лева, до упора дойти, и потом вверх. Очень-очень это все много по времени занимает, к сожалению. Вот какие-нибудь фаст-тревелы очень бы облегчили этот весь процесс. Опять же, нам потом дадут караван, но пока его и не дали, придется вот так делать. Еще, кстати, тоже интересный вопрос, а могут ли у меня отбить мой лагерь? Ну как мой... Голубика что-то не берется. Наверное, я ее уже трогал. Потроганная голубика. В идее, где-то здесь должен быть лагерь. Да, вот работяги. Вот, собственный лагерь. Я, наверное, сохранюсь, часик посплю буквально. А можно прям так, чисто чтобы засейвиться? И теперь нужно... Да что ж ты такой голодный у меня? Я все захавал, да? Зелье возьмем. Потом давай тюки чекнем. Что это стоит? 20, 110, 50. 20. Ну, очевидно, можно вот от этих двух штук избавиться. Взять, например, шкуру. Хотя тоже она мало стоит. Но она может статично стоить. Это очень большой плюс. Теперь возьмем ткань. Это что такое? Моток ники тоже возьмем. Походный котелок. Блин. Честно сказать, стоит ли его вместо чего-нибудь взять? Наверное, оставлю. Пен бы с ним. Теперь нам надо... Слушайте, а может быть мы просто сможем дойти донизу? Пусть даже немножко голодный. Так какой-то дебаф дает? Да, нифига себе. Все дебаф дает. Что за жизнь? Так, ну теперь нам несколько тайлов вниз. И потом направо. Может быть реально просто вокруг будем исследовать сейчас все? Ну, потому что объективно я не могу. Если больше, чем два противника на меня нападают, меня насилуют. Такого расклада мне бы не хотелось. Вроде бы везде много интересов, точек. Здесь вот, например, замок какой-то нашел. Но туда я тоже не хочу спускаться. Потому что там тоже жопу разорвут. Да не пойди, везде натягивают. Прямо-таки везде. Мне даже некуда взять голубики немножко. Но опять же, я тестово пошел, даже хилок не закупил. Можно было бы пойти еще разбойников покошмарить, но я не буду. Мне кажется, они не зарегенерировались еще. Не знаю, какие здесь временные рамки, чтобы все регенилось. Знаете, что еще? Мне еще придется комнату снимать, по всей видимости. Иначе я сохраниться не смогу. Так, а вот чисто... У меня же, например, вот я хочу себя
Электромантию. Для разблокировки прочтите соответствующий трактат или вложите еще 5 очков в следующий атрибут ловкость и воля. То есть либо-либо, серьезно? 4. Ловкость, восприятие, воля. Так, а это где? Сколько? Одно всего. Так, что дает воля? Восстановление способностей с тратом. Ну, это выгоднее, наверное. Так, жажду я могу удалить. Так. То есть, походу, еще сильнее искусственно все это замедлили. Прогрессию персонажа в этой игре. Потому что раньше сразу идешь в подземелье. Получаешь балдеж. Тебе нравится. Ты всех побеждаешь. И все у тебя хорошо. А теперь, блин, ходишь, бродишь по огромным локациям. Такое, если честно говоря, изменение нововведения. Хотелось бы немного иного. Да, еще главное мишени не встретить. Вот даже не знаю, что лучше, молнию. Там не было написано, что она дает. Дать жару написано. На зону магмовый. Ух ты, это выглядит сексапильно. Ожоги. Пассивная. Длительность горения. Так. А у электромантии... Дает произнесение заклинания, ветки заполняет. Ух ты, ближнего боя. Но это я не хочу. Короткое замыкание. Без цели. О, а вот это интересно. Ну и смысл мне это изучать. Короче, вообще без понятия, что качать. Наверное, огонь будем тогда. А я магмовый не смогу прокачать. Потому что я только вот это... Такое, если честно. Хрень какая-то по прокачке здесь. Очень долго раскачивать персонажа придется. Не, наверное, я не буду в это играть. Я просто очень хочу поиграть. Мне очень-очень проект нравится. Но вот эти бездарные пробеги туда-сюда по... Хрен знает сколько времени. Объективно минут 10. Я просто буду бежать в одну сторону. Ну не 10 минут, 7 в одну сторону, минут 7 в другую сторону. Что, как по мне, немножко люто-расточительно. Наверное, буду геомантию качать. По возможности. Фу, какой геомантию? Пиромантию. Сейчас мы вообще узнаем, сколько это стоит. Такс. Это у нас мечник, да? Ткань у нас кто? Сейчас будем смотреть, кому что продавать еще. Ну, это, по идее, такой мужик. Вот этот вот. Кузнец. Давайте подойдем к нему. Есть что на продажу? Почем берешь, брат? Ну ты меня, конечно, обидел. Так, а плотник почем возьмет? Ну это что-то шок. Это объективно шок. Там что-то по 3 копейки. Вообще, что ли, пухи нельзя продавать? Угу. Выходит, деревянные штуки покупает данный мужчина. И я ему продам все. А продать... Сколько у тебя денег? Нормально, есть. Продаем пока. А что есть? Почему она и возьмет? 25. Слушайте, по 100. Что-то, мне кажется, меня налюбили. Блин, я походу идет, потому что оружейник-то вот был, да? Ой, баран. Так. Я, пожалуй... Слушай, серьезно? Тут можно квесты брать. Раньше такого не было. Вижу шкуру. Вау. Хы. Это интересно. 128. Я думаю, это самое дорогое. Я могу выручить за это. Бачу шкуру. А почему так мало, брат? Мы, я думаю, мы нормальные парни. А не вот это вот все. Ну ладно. Даже не знаю, можно попробовать кушак посмотреть. Есть кушак? 10 монет. Энергия. Ну, это мне сейчас даст, и это стоит не очень дорого. Я куплю, наверное, что-нибудь еще. Ботинки, ожерелье. Ничего больше не могу, да? Ну, ладно. А, может, палку попробуем купить получше? То есть, получается, у всех можно взять задание теперь. У всех работяг, грубо говоря. Так, мистер работяга, что вы можете мне предложить? Передумал. Хочу кое-что уточнить. Ладно. Прощай. Давайте с остальными жителями перетрем. Может быть, что-нибудь интересное получим.
Есть какая работа? Смотри, какое дело. Править стражи несколько новых мечей. Слушай, дальше. Так, слушай, дальше лучше всего. Тесаки фальшивого. Простим, клишку трех будет достаточно. Блин, круто. Жаль, я не взял раньше это. Ну, буду знать теперь так, мадам. Это интересно, продолжить. Что продаешь? Она, короче, вот это продает. 9. 10 почем? 13, это уже больше продает. А зелье, кто зелье купит у меня? Что продаешь? Тоже 9. И ломик надо, наверное, продать тоже. Шкуру с рогами возьму тебя в долю. Окей. Шкуру с зубром, мама родная. Ага, смотри, свиток зачарования. Случайный бонус. Хочу ли я? Не уверен. А у кого же палки продавать? Что-то еще копейки какие-то смешные. Ну давай продам ему. Ух ты, сколько стоит? 17 сопротивления. Давай возьмем, прикольно. Колечко есть какое-нибудь? Просто любое. Ну блин, с другой стороны, чего бы не взять? Не так уж дорого стоит. Хоть какой-то бонус даст, правильно? Давайте сделаем это. Все, что есть, все купим, по возможности. Так, из того теперь, что мне действительно надо. Всякие отмычки. Слушайте, я, наверное, продам медовуху. Пойдем, зайдем в бордель. Ну, как это называется. Раньше там были очень палки клевые, продавались. Может, он нам еще работу даст какую-нибудь? У меня есть вопросы. Что здесь продажу? 15. Давай продам. Мне бы что-нибудь пожрать, братан. Жирное мясо. Да давай купим. Хоть покушаем нормально. Есть. Ух ты, я свинота. Ну, бывает. Не так уж я сильно проголодался, оказывается. Давай тогда к железному мужику сейчас сходим. Слушай, выглядит он подозрительно. Что ты продаешь? Он продает капканы. Оля-ля, так ты этот. Как его зовут-то? Может, что-то начать? Ладно. Не очень-то и интересно, братан. Не пойму, темнеет или нет? Да, дай я тебе поговорить с тобой. Так, забирай. Слушайте, а кто ж тогда палки продает магические? Раньше вот кто из этих продавал всегда. Но, видимо, не сейчас. Давайте еще хилок побольше купим. Где лекарь? Хату зашел. Работа есть. Пучок мета, пучок подорожника, пару листьев репешка. Это я могу. Так, я возьму шину. Причем, как бы не обломаться, можно было бы и две взять. И знаете, я, наверное, две мази возьму. А чем они? Уж ни хера себя не стоят, братан. Боль, интоксикация. Пусть будет. Так, пойдем-ка столяру, посмотрим по палкам, что у нас есть. Слушайте, игра идет 40 FPS. Неужели она больше не тянется системой? Забавно, коли так забавно. Так, где мужики? И книг я ни у кого не увидел, кстати. Слушайте, а у кого ж тогда палки магические покупать? Обычный посох. Ну, получается, у него, но что-то он не очень хорошо продает. Чего-то я недоволен. Пойдемте еще книги глянем. У кого-то же были книги. Это я тоже помню. Со все спать ушли. Ну, туда вам и дорога, псы. Знаете что, я, наверное, ничего не найду лучше. Пользовать. Возьмем вот так. Нормально. А, я этот не продал. Зелье странное. Давайте купим комнату. Не, стоп, не так. Нужно... Так, на неделю. Я не знаю, как долго мы сможем этот. Так, еще свидимся. По идее, на второй этаж. Я могу это все пользовать. Какая вот это моя комната, да? Да, вот это. Где оно? С тобой можно перетереть? Ты кто такой? Слушать, слушать, продолжить. Тут.
Ясно, поговорили, отлично. 10 разговоров из 10. Так, ну зелье тогда сюда. И все тогда, отдыхать, наверное. Давай часов до 4. Угу. Теперь мы пойдем. А, так мясо раз сажал и все. Ну ты, конечно, и пес. Я-то думал, что это надолго у нас. Типа на несколько укусов. А ну вон как. Давай направо сходим, посмотрим, что у нас там. Травы собирать. А где вообще квесты посмотреть? Где-то надо. Ладно, пойдем выйдем, что-нибудь интересное поглядим. Надо еще понять, где книги продаются. Чтобы мне всяких перемантических приколдесов заиметь. Что-нибудь новое, интересно. Нет, это все еще, по идее, мирная локация. Слушайте, подожди, а где задание? Подожди, а как же? Вот задание. Так, травника. Собрать необходимую траву. Репешка, подорожник мяты. Репешок, подорожник мята. Репешок, подорожник мята. Главное не забывать. Коса можно взять продать, наверное. Мухоморы нам не нужны. Репешок, сюда идет молодой репешок. Опять же, сколько надо? По-моему, 2 репешка он просил. Так, еще раз я забыл. Лежи, репешок, подорожник мята. Я не пройду? Я пройду нормально. Только намокну. А, так если дождь пройдет, я, мол, не буду больше бить, прикинь. Красиво. Серьезно, это весь проход? Ладно. Дорожник и мята, да? Все, что ли? А мне как-то загорится, что я взял, что надо. Подожди. Как понять пучок? Что значит пучок? Репешок, подорожник и мята. Еще взять? Давай по 2. Или может даже по 3. По 3 много. Ну, по-моему, репешко надо было. 2 репешка. Тут вроде прямое. Вопросов нет. Просто пройдем. Мята. Возьму мяту еще тоже. Пусть будет пока что. Какого-нибудь медведя-оленя завалим. Подорожник прям максимально по дороге попадается. Реви нет, репешок нужен. Интересно, насколько рандомно это все появляется. Или может они в каких-то определенных локациях только. Хрен его знает. Ну, пока вроде все спокойно. По дороге пойду, потому что по дороге ходить балдежно. Вот там что-то есть. Так. Придется драться. 2 работяги. Я думаю, 2 их я одолею. Хоть тут и неудобно будет. Ой, еще и мимо. И он достаточно жив, что хреново. Смотри, какой живой пес. Не оттолкнул. Придется принимать сражение. Уж я посохом весьма уважаемо бью. Нормально. Молотило, молотило. Мне нужны палки были какие-то. Если я правильно помню. Сейчас... Тихо. Я думаю, мы оттовнем его сейчас. Как собаку сутулую. Лишь бы не лучник, нормально. Твою мать, их 2. Вот это херово. Я такого не ожидал. Возможно, это остановочное. Хреновенько. Ну еще, ну сам виноват.
что и говорить, виноват сами. По хпшке у него. Живет еще, я думаю. Оттолкнется? Жаль. Фига я зарегенил хп. Может убить. Повезло. Чудесным чудом повезло. Молотило возьму. Слушай, я выйду, наверное. Что-то, по-моему, выбили моему персонажу очень сильно. Давай посмотрим, что. Подорожник. Кек. Давай подорожником. И зарегеним со всей силы. Ну, это были опасные противники. Давайте будем честны. Прям очень даже опасные. Ну вот и бери, ништячки. Всего 3 работяги, 4 работяги. А чуть не забороли. Лепешок, ну-ка. Слушай, а сколько ж тебе надо-то, пес? Непонятно. Ну, вроде я много собрал. Давайте будем честны. Ржать захочется. У нас могут возникнуть сложности. Так, сюда. Что это у нас? Непонятно, придется методом тыка изучать. Так, хорошее место, но тут говнюки. Выманиваю на всякий. Ну, поехали разминать его. Попадаю. Ой, в смысле, могу уколдовать. Про попадают, я погорячился. Тебя прям очень кошить стал, косить. Блин, я прям не хочу его подпускать. Ты чё, вообще глупый? Да. Какой хп, братан? 8. Должны убивать, отлично. И что-то выпало, но не выпало. Как так-то? Отойду подальше, прям за регеню. Там их как минимум штук 4 будет. Что-то могу? Голову, например, маской. Вот так, нормально. Пойдем. Надо очистить это место. Мы плюс засейвимся. 1 был? Я в жизни не поверю. Да, вот здесь 2 говнюка. Или 1? Конечно же нет. Твою мать. За что делать? Будем как-то сейчас думать. Будет очень опасно. Буду фокусить одного. Пытаться, по крайней мере. Ну, хотя бы попал, да, спасибо. Братик, мог бы уже и отъехать. Опа, в тебе хп, псина. Ну, придется в милишке драться. Ты был живучий пес. Было непросто, вообще непросто. Ты совсем дебил, братик? Господи. А, так. Ну, тут явно... Я сгорю сейчас, да? Едите, я чемпион. Просто гений. Вот это сейчас было бы кеково. Да. Не зря мазину купил. Ну, объективно, не зря. Ну, зато теперь это моя добыча, быча, как говорится. Ну, вы видите, автор канала не очень умный человек. Выжить, выполнив обратно. Нормально. Ладно. Давай смотреть, что у нас тут можно выкинуть. Да нахрен эта хрень нужна, нахрен. Объективно. Что мы тут в награду имеем? Ни хрена? Отличная награда, блин. Балдеж, Петрович. Вкуснятина. Отлично сходили прям. Супер, отлично. Ладно, давайте на этом мы закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня.
Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки и огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.